Мексика погрузилась в общенациональный траур в результате катастрофического землетрясения. Там погибли не менее 230 человек. Спасательная операция продолжается. Медпомощь оказали почти 2000 пострадавших. Большинство уже выписаны. В стране практически восстановлено электроснабжение. Без электроэнергии оставались около 5 миллионов потребителей. Главным приоритетом остается спасение жизни и оказание медицинской помощи всем, кому она требуется. На сегодня из-под завалов спасено свыше 50 человек. Аварийные бригады работают круглосуточно. Электроснабжение восстановлено на 95%, а аэропорт Мехико работает в обычном режиме. Мы открыли временные приюты для нуждающихся. Я еще раз приношу глубокие соболезнования семьям погибших. Мы все с вами. Благодарю волонтеров, которые безоговорочно откликаются на любую просьбу о помощи. И благодарю страны, оказывающие нам помощь, за проявленную солидарность. По словам специалистов, любое землетрясение магнитудой 6,5 считается катастрофическим, особенно в густонаселенной местности. В Мексике, по уточненным данным, за мощным подземным толчком магнитудой 7,1 последовало 34 авторшока.